Сегодня 11 ноября, и вы на канале Людмила Оганесян. Сегодня будут играть сборная России и сборная Кипра. Предыдущая игра, первый матч был со счетом 2-0 в нашу пользу. И сейчас я расскажу, кто тренер у нас, все знаете, Валерий Карпин, тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу. Интересная такая фамилия. Ну да ладно. Вся команда судей во главе с арбитром из Польши. Это очень интересно. Так, теперь вместимость стадиона 67-800. Ну, а сколько будет присутствовать, позже узнаем. Составы не высветились пока. Это, вероятно, будет немного позже, перед игрой. Ну, а на этом пока все. Я буду освещать, как будут играть наши ребята с командой Кипра. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будем ждать начала футбольного матча.